Сегодня в буфете у Антонина Шевченко один из пассажиров выиграл дополнительную бутылку пива. У меня под крышечкой здесь бутылка нарисована и написано «выигрыш». Значит, я выиграл еще одну бутылку пива? Шо? Какое пиво? Вон у меня на ватрушках тоже написано «свежее». И шо? Я в акциях никаких не участвую. И денег мне за это не платят. Так что до свидания. А крышечку мою можно? Все, я выкинула. Как я сразу не догадалась. Я ж тут на золотом дне сижу. Тут же в каждом товаре какая-то акция. Я как начала перечитывать, что где разыгрываю. Ой, что только не разыгрываю. Вот пиво, например, разыгрывают путевку в Турцию. А я всегда мечтала туда попасть. С тех пор еще, как папа мне турецкий свитер подарил. Ой. Так. Спробуще. Спробуще. Что-то не везет. Я уже второй ящик открыла и ничего не выиграла. Но я не расстраиваюсь, потому что у меня еще 4 ящика есть. Сегодня после обеда количество претензий к Антонине Шевченко резко возросло. Вы мне что, открытое пиво дали? Вы же сами только что его открыли. Да нет, вы не поняли, смотрите. Вторая бутылка тоже открыта. Вы нормальный? Вы сами открываете пиво и говорите, что оно открыто. Да нет, вы не поняли, оно просто не запечатано. Просто люди жаловались, что пиво сильно закрыто, поэтому на заводе решили закрывать его не очень сильно. Вон у меня целый ящик такой. Оно у вас выдохлось. Сам ты выдохлась. Оно просто слабо газированное. Там забыли написать. Так, все, иди, не мешай мне работать. Давай. Спасибо. Ходят тут, выдохлось оно ему. В отсутствии клиентов Антонина продолжила попытки выиграть в акции. Так. После бесчисленных неудач поиски Антонины увенчались успехом. Автомобиль. Спробуще. Машина. Машина. Так, что тут за телефон? О, машина. Продам машину, куплю еще кучу пива и выиграю путевку в Турцию. Альма, как я могу получить свою машину? Как акция закончилась? До свидания. Вот я дура. У нас же пиво прошлогоднее. Если тебе понравилось это видео, лайкай, комментируй, отправляй друзьям. Ну и не забудь подписаться на наш канал. Все, я поехал.